Курсанты программы для молодых управленцев «Муравьев Амурский-2030» проходят проектную стажировку в Приморье. На сегодняшний день уже подготовлены 14 инициатив. В свою очередь, на третьем потоке программы разрабатываются еще 7 проектов. Вы взяли очень сложный вопрос, но очень важный вопрос. Фактически он сегодня краеугольный для любого инвестора и для многих жителей Приморского края и Дальнего Востока. Понимая, что задача у вас сложна, вам важно, конечно же, поговорить и познакомиться, и понять, навести справки с разными людьми. И с теми, кто эту электроэнергию производит, те, кто ее доставляет, те, кто координирует отрасль, определяет тарифы, работает на местах, подключает предприятия, поговорить с теми самыми предприятиями и инвесторами, которые работают и получают эту самую услугу. Но это интересная задача, потому что в рамках ее реализации вы сможете понять в целом, как устроена основополагающая отрасль для развития, ну, не побоюсь этого слова, любого бизнеса, любого государства. Поэтому я буду очень счастлив помочь, подсказать, поделиться опытом. Курсанты смогли задать зампреду интересующие вопросы, узнали, какие инвестиционные проекты реализуются в Приморье, какие механизмы и меры поддержки применяются для реализации таких инициатив.